Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий и игра The Forgotten Ones. Вроде как так правильно называется она, вот. Итак, я тут почитал немного по игре, вот, узнал, что главный герой у нас детектив, короче, родом из Польши, вот. И когда-то его, короче, семья жила в Германии, я так понял, отец у него был в сопротивлении в борьбе с Гитлером, вот, и был захвачен в плен, короче, для экспериментов, какой-то концлагерь, что ли, хер знает, вот. И тихо, тихо ты, да стой, спокойно, двуглавый. What the fuck? Почему сразу так убили? Вот. Короче, для каких-то экспериментов, вот. И наш герой очухивается. Вот в первой серии мы смотрели в доме. Вот, начинает исследовать дом. Короче, и в подвале находит какую-то херню, что его, ну, всю его жизнь изменило. Вот. Эта херня. Не знаю. Посмотрим. Что-то я подвала там не помню никакого. Хотя, может, мы уже и были там. Окей. Тут, короче, херотень. Вон, прибежал. Дохнут они долго. Дохнут долго. Так, тебе херовастый, я так понимаю, но... Как мне аптечки использовать? Я вот ни хера не могу понять. Так, давайте-ка... Ой, пистолет, зачем ты выкинул пистолет? Что, блин? Я хотел взять пистолет, а что за крики? Что за визги? Увидел пистолет и давай визжать, что ли? Окей, так, перезарядку, перезарядимся. Ладно, перекрестие главное, нет, неудобно, без перекрестия. Так, записка. Записка, помним, да, ставим на паузу и читаем. Вот. Я это читать не буду, потому что я английский ни хера не знаю. Или у нас как-то аптечка, она автоматически, что ли, восполняет жизни? Погоди, там был выход на улицу? Стой! Да что за вздохи, что за... Оп! Оп! Тень! Это человек? Или кто это? Это тень, да? Погоди. Ни черта нет. Воу-воу-воу-воу-воу! Воронушки, не пугайте меня так. Ты кто? И свет погас. Херня какая. Так, свет включился. Здесь был чел. Воу-воу-воу-воу! Чика! Да! Беги ты куда-нибудь-то! Умри, тварь! Твою мать! Что ж они дохнут-то так долго? Так, я не понял. У нас кровотечение, что ли? Погоди, ты еще сейчас сдохнешь? Да ну нахер! Тут еще и кровотечение. Стой, погоди. Я нихера не понимаю, стой. Как нам аптечку-то использовать? Погоди, jump sprint. Так. Перезарядка.
Контрол садится. Альт, что ли? Или альт это бегать? Погоди. Он ни черта не делает. Садится только. Стой, дай-ка я выберу ружье нахер. Вот так будет лучше. Лучше! Так будет лучше. Окей. А, во, смотри, бегает. На shift бегает. Ладно, окей. Заходим в дом, сейчас зайдет сюда чувак. А, лампу взяли, нихера себе. Погоди, какая нахер лампа? Лампы я отбиваться не собираюсь. Ладно, здесь показали чувака. Опа. Так. Окей. Кровотечения нет. Давайте посмотрим. Может, здесь что-то можно подобрать? Слушайте, довольно так сложновато. Места запарные есть. Ну, не места, даже моменты какие-то вот запарные. Так, вот подвал. Ну вот подвал, про который я говорил. Но здесь нужен ключ, получается, да? Наверное. Или можно прострелить замок. Не, херушки. Нужен ключ, походу. Может, топорик? Погоди. Топором нет. Нужно искать ключ. Погоди, может, он здесь? И я слепой? Или чем-то открыть можно? А, я дебил. Стрямер не тупой. У меня же есть эти. Кусачки, твою мать. Хера дверь вывалилась. Ладно. Окей. Заходим в подвал. Две смерти для начала, это неплохо. Так, а здесь... Ну, в принципе, как темно, но не до такой степени темно, чтобы... А птички не берет. Я хер знает, как вообще использовать это все. Аптечки там туда-сюда. Оружейный ящик, но оружия здесь нет. Здесь, смотрите, немецкий знак, да? Осталось, видимо, как бункер, наверное, со Второй мировой, да, наверное, остался. Какие-то бомбы, что ли, или что это? ТНТ. Да, динамит. Взяли динамит. Надо, короче, одну из трех взяли, там было написано. Надо, короче, что-то взорвать будет, да? Что-то заложить, взрывчатку, наверное, уничтожить этот... Отель. Вау. Двухголовый баран. Так, а ходов-то у нас тут многовато. Давайте проверим здесь. Так. Патрон для пистолета, отлично. Да уберись ты. Блин, я ружье не хочу тратить. Слишком мало. Нахера мне лампа? Так, здесь дверь. Погоди.
дверь, я заходи... Нет, ладно, я просто загляну. Заглянул, называется. Окей. Мы сейчас выйдем. И... Здесь наверх, короче, подъем. Нет, наверх нам не надо. Нам надо сейчас подвал немного осмотреть, короче. Еще ходы. Вот. Да ну нафиг, трупаки, смотрите, остаются. Прикольно. Не во многих играх так заметишь, что трупаки, короче, остаются. Там ружье какое-то. Погоди, может мы сможем открыть? Дай-ка. Бочки нахер. Все бочки нахер. Хм. Не сломает он? Там, короче, блин, там... Там документ какой-то и ружье, смотрите, лежит, да? Еще и труп. Надо как-то, короче, открыть. А, ТНТ, точно. Погоди. Мы ж взяли. Динамит. Почему? В смысле? Или все три штуки надо найти? Типа пишет, короче, три штуки найти, а смотрите, здесь целая куча динамита, тут целая куча динамита. Почему не взять-то сразу? Или это не рабочие, сревшие, что ли? Так, а эта херня, она не работает, да, ничего? Окей, ладно. Идем дальше. А, во, вижу динамит. Так, еще одну. И еще... Еще один кусок надо найти. Я думаю, где-то будет... Здесь лежать сейчас. Ящики нет, ничего. В ящике ничего нет. Ну, ладно, допустим. Бревнышки. О, вот еще один динамит. Окей. Ну-ка заглянем сюда. Так. Монстров вроде нет. Так. Игорь. Какой-то Игорь написал на английском. Какой-то русский написал на английском. Что за нахер? Так, взяли. Окей. Взяли кувалду. Также взяли кучу динамита. Идем взрывать дверь. Бегом, я говорю. Бегом взрывать дверь. У нас еще и выносливость кончается. Как же это круто. Как же я это люблю, когда выносливость кончается. Ну хоть... Во-во-во-во-во-во. Тихо. Чепушила. Блин, я по ним попадаю или нет? Ну да. Блин, с пистолета... Смотрите, целую обойму я истратил с пистолета на него. На этого говнюка. Так. По-любому надо будет убегать, короче. Давайте расчистим себе путь, чтобы нам ничего не мешало. Бегом. Да куда ты? Застрял. Рванет сильно, нет? Хера он там заложил, просто на какую-то дверцу, блин. А че не взрывается? Взорвешься? Воу! Блин, а взрыв-то неплохой, смотри. Да? Как в халфе прям.
Так, погоди, я еле... Давай, 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 ты сможешь, но, чувак! I can't leave them, I'm alive! Fuck that, brother. We're getting out alive. They're not coming with me, I might as well leave you here. Fine. Хер? I know myself anyways. Он сказал хер? С, отрез... С откусанной рукой или отрезанной, да, чувак? Еще и глаза смотреть открыто, как будто смотрят тебе в душу. Это снайперка. Окей, ладно. Блин, на снайперка, смотри, прикольно. Так, Милослав. Милослав тут написал, записули. Окей. Короче, мы можем носить два оружия. Фишка в том... Да что, ты такой толстый, что ли? Че ты так медленно пролазишь в эту дверь? В смысле? Окей. Так. Идем сюда. Идем сюда. Нам остается теперь подняться наверх. Тут мы все взяли. Снайперку, кстати, взяли. Снайперка — это хорошо. Главное, чтобы она работала отлично. Убивала тоже хорошо. Так. Мне нужны сохранюли. О, книга, я вижу. Я вижу книгу. Так, винтель. А винтель-то возьми. Возьми винтель. А винтель-то возьмешь? О, отлично. Чтоб винтель взять, нужно присесть. Неплохо. Так. Давай сохранимся. Давай сохранимся. Отлично. Это очень радует. Очень. Аптечку нам не взять. Погнали дальше. А, короче, мы выбрались, да, получается? На окрестности этого отеля. Факелы такие, прям как не знаю, как будто здесь О, нихера какая луна! Ты посмотри на луну. А чё она такая здоровая? Где-то произошло цунами по-любому из-за притяжения. Хераси, дракон. Короче, это место он помнит, да? Я знаю, что такое remember. О, смотри. Смотри, смотри сюда. Смотри, какие тачки. Смотри. Рыцарь. И окровавленный меч. Они настоящие, что ли? Они живые? Эти чуваки оживут потом? Оживлют? Так, военный грузовик. Ладно. Ох ты, немецкий флаг колышется. Окей, ладно. Так, тут поместье. Там еще, смотрите, там, видимо, вход, наверное, в какой-нибудь сад. Окей, дверь из локет. Дверь из локет. Значит, нам сюда. Еще один подвал. Короче, симулятор блуждания по подвалу. А эта дверька не отвалилась. Эта дверька, смотрите, спокойно открылась. О, какая-то, наверное, локация. Там лаборатория по любасу. По любасу какая-то лаборатория. Темновато? Не темновато ли тебе, чувак? О, нормуль. Стопы. А. Я думаю, что за черные полосы появились. Так, ладно. Гаечный ключ. Гаечный ключ нам не взять. Нахер он нужен. Окей. Тачка с зажженным светом. Ну-ка, заглянем сюда. Воу! Стой!
Что за херотень? Стопэ. Это типа фонарь. Он нихера не освещает. Ух ты, смотри, сожженный какой-то труп, да? Вентиль. По-любому можно закрутить что-нибудь. О, ключ. Чё? Тихо ты. Давай без этих звуков. Карл. Help is Карл. Help, Карл. Карл, help. Нам же нихрена не освещает фонарик. А, не, смотри, освещает. А, я могу по морде дать, да? Ладно. Окей, так. Два вентиля, аптечка. Аптечка тут, смотрите, с колючей проволокой. Эту херню можем вырубить? Это у нас светит, глаза так ослепляет. Так, а там дверь. Погоди, давай-ка. Может, кого-то... А, не крутится. А это? Не крутится. А здесь-то покрутится? И здесь не крутится. Ладно, допустим. Так, а там еще был проход к машине. Погоди. Дай-ка я выйду сейчас. Ящик, как выйду. Бля. Сколько путей. Сколько путей, дорог. О, еще один вентиль. Так, отлично. Два вентиля есть у нас. Ну-ка, давай здесь посмотрим сейчас. Вернемся назад, если что. Тихо, погоди. Кто там все скрипит-то, блин? Задрали. Старое вино. Ладно. Окей, погоди. Ну-ка я здесь загляну сейчас. О-о-о. Не. О-о-о, не. Идем, короче, по порядочку. По порядку пойдем. Ладно. Здесь хоть светло. Здесь хоть дышать можно. Погоди. А чё ты руку тебя тянешь? Ты что-то можешь взять? Велосипед? Нахера тебе велосипед? А чё он руки-то тянет? Ладно, допустим. Раньше не тянул. Так. Картины какие-то. Чё он за всё спотыкаясь так делает? Так, еще один вентиль. Кнопочки тут всякие. Я люблю нажимать на всякие ненужные кнопки. Я, короче, что-то нажал. По ходу дела. О, задымилось нахер все. Я все сломал. Я все испортил, погоди. А можно выключить-то теперь? Не рванет? Ладно. Надо было, наверное, сначала покрутить, потом это нажать на кнопку. Натворил какую-то херни. Или это так должно работать? Ладно, допустим. Окей.
Теперь, наверное, о, здесь патрон. Вон куда он руки-то тянул. Он по патронам руки тянул. А что ты не можешь взять, что ли? Слышь. Что ты отскочил? Отрикошетил. Погоди, а что я не могу взять? Ты хотя бы напиши, что у тебя полно обоим. О, отлично. Нет, управление какое-то кривовато. Кривовато? Погоди. Может, теперь я смогу закрутить здесь все? Хер. Че? Не понимаю ни черта. Нет, не крутит он ни хера. Ладно. Давайте поднимемся наверх, посмотрим. Я, короче, что-то включил, я генератор, короче, какой-то завел. Еле дышит. Может, Да, дверь из локет. Значит, все-таки там что-то делать надо. С генератором, кстати. Погоди. Что-то странно и непонятно. Странно и непонятно и неясно. Ну, что там что-то все за это затряслось? Я ж боюсь, что-то делать. А, смотри, здесь еще один вентиль, наверное, да, должен быть. Погоди, может, да? А, вон оно что. Тихо. Я не люблю этот звук. Так, окей. Окей, где-то здесь еще вентиль, значит, надо поставить. Куда-то еще воткнуть вентиль надо. Стопэ. Здесь же дверь была, да? Нет? А, погоди. Это мы ничего не делаем. Перенаправить, может, да? Погоди, а куда мне еще вентиль-то поставить? Стоп. Или я все правильно делаю? Че, все дрявое? Ё-моё, я застрял. Да свалит. Так, может здесь что? Погоди. Я вообще правильно что сделал? Хера, короче, непонятно. Я не знаю. Может... Здесь же по-любому еще... Воу-воу-воу-воу-воу. Что затряслось-то все опять? Погоди. Стоп! Прекращай! Ну я закрыл, я тебя закрыл. Прекращай трястись. Что за трясуны? Что за нахер? Крутим, вертим, короче, я не знаю. Короче, покер, я открываю все вентили. И мне вообще насрать.
произойдет. Здесь, в принципе, не должно быть так вот сложно все. Да, блин, я опять застрял. Че за херотень? Здесь все, больше ничего не нажимается. Окей, ладно. Бежим, наверное, тогда туда. Воу-воу-воу! Твою мать! Прекрати! Больше так не делай! Жопа! С ручкой! Говна, кусок! Сволочь! Фу. Кусок, а? Чуть не обосрался, блин. Если появился враг, значит мы сделали все правильно. О, да. Здесь смотри, потекло. Потекло. Ну-ка, теперь. О, да. Можем крутить. Так, я, короче, что-то накрутил. Погоди, надо выбрать фонарь, а то задолбал. Хера не вижу. А, мы только одну можем крутить, да, получается? А, вот вторая. Ну и это, наверное, теперь закрутится, нет? Нет, не хочет. Это не хочет крутиться. Надо, короче, где-то третий винтель ставить. О, мать твою! Свали от них! Свали! Твою мать! Что за нахер? Охереть! Что их так много-то? Окей, друзья, время видоса подходит к концу, вот, продолжим уже в следующей серии, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, вот, с вами был Валерий, не забываем отзывы писать в комментариях, с вами был Валерий, всем пока.